в этом видео я хотел бы рассказать, да, не о пластике, сегодня я хотел бы поговорить о бумаге, о экологии, опять-таки, и того, что творит человек. Каждый день во всем мире смывается в унитаз или отправляются на свалки около 270 тысяч деревьев. Это каждый день. Из этого количества 10% приходится на туалетную бумагу. То есть 10% это 27 тысяч деревьев, которым мы ежедневно всей планеты смываем в унитаз. Из-за роста мирового населения, распространения западного образа жизни и повышения стандартов гигиены в развивающихся странах, спрос на туалетную бумагу неуклонно растет. Это приводит к масштабным вырубкам лесов производителями бумаги, стремящимися удовлетворить растущий спрос. Хотя туалетную бумагу можно делать из макулатуры, сорта бумаги, отличающихся повышенной мягкостью и шелковистостью, обычно производится из первичного древесного волокна. Однако, экологи считают, что использование первичной древесины для изготовления туалетной бумаги – это сущее безумие, и призывают потребителей выбирать туалетную бумагу из макулатуры. Даже Greenpeace составил список брендов и производителей туалетной бумаги с точки зрения их экологичной ответственности. Проверьте свою туалетную бумагу на экологичность. Список экологичных и неэкологичных брендов будет по ссылке в описании к этому видео. Плюс также решение данной проблемы я вижу в том, чтобы использовать меньше бумаги, использовать не только ее переработанную часть, но использовать также и подмывание, как есть, например, биде, да, мы знаем, либо это есть в Японии, эта культура, еще в мусульманских странах это применено. То есть это нормальная тема, когда вы не размазываете свои радости по булкам, а когда вы используете воду, чтобы смыть эти радости, и у вас остается чистые бумаги. Так скажем, поэтому используйте данные советы. По этой тематике есть очень много интересной информации, ищите ее в сети. Конечно, не забывайте поделиться этим видео, если вам не безразлична тематика экологии, не безразлично то, что творится с нашей планетой. И, конечно же, если вы не хотите остаться к 2050 году на пустой планете, заваленной мусором, конечно же, это должно быть для нас первостепенно важно. Поэтому я прошу вас, как человек, не как блогер, как человек, поделиться этим видео максимально. И, конечно же, перестать использовать первично обработанную бумагу для туалета. Есть множество альтернатив, опять-таки я сказал, они будут в описании. Спасибо, что смотрели видео. Если понравилось, ставьте лайк, если не понравилось, конечно, дизлайк, но поделитесь этим видео, это действительно для нас всех важно. Всем пока!